еще не был. Я. И синяя кошка, а Саша мышка. Под веселые крики детворы начинается каждый рабочий день воспитателя Таисии Гуренко. Для радости у молодого специалиста из Путилково есть еще и личный повод. Девушка стала обладателем сертификата на льготную ипотеку. Нам вручили сертификат губернатор Московской области Андрей Юрьевич. Нас поздравил, наградил, было очень здорово, очень приятно. Сертификат и документ, в котором есть первоначальный взнос уже. И второй этап я должна подать на социальную ипотеку, где банк мне должен одобрить ее. Область оплатит основной долг, Таисия с мужем только проценты по ипотеке. Согласно требованиям подмосковной программы, воспитатель должна проработать в своем учреждении не менее 10 лет. В коллективе этому рады, ведь Таисия настоящий профессионал. Очень эрудированная. Вот. У нее большой и богатый запас знаний, у нее высшее образование, магистратура. Вот. И она очень много дает детям. Человек, который вот может дать, может научить, очень коммуникабельная. Любимая работа и любимая семья уже немало. Не хватало только собственного жилья, говорит участница программы соципотеки из Путилково. В ближайшее время еще два специалиста в городском округе Красногорск получат сертификаты. Уникальная программа уже помогла решить квартирный вопрос почти 2000 представителей таких благородных профессий, как педагоги, врачи, учителя, ученые.